Приветики всем. Сегодня будем кушать вот такие трубочки шоколадные. Вот видим, так, здесь шоколадные такие трубочки внутри с творогом. Также кофеечек. Взял два кофейка. Можно было один взять, но большой не было. Скажем, кружки пришлось брать именно две маленьких. Сейчас попробуем, насколько оно вкусно. Ну, смотрю, творога внутри хватает. Люблю так себя побаловать. Заехал по пути перекусить. Сейчас в машине сижу, так как много езжу. Ну как много? Каждый день. Вот кофеечек. Американо с молоком. Тема классно. Именно с такими трубочками. Также, друзья, хотел именно затронуть момент такой, как достигать своих целей, которые вы ставите. Говорю с личного опыта, так как есть свои определенные цели, а также есть и были цели, которые были достигнуты. Каким образом и какие цели? Я раньше занимался профессионально спортом. Вот. Армрестлингом. И был неоднократно чемпионом Украины по армрестлингу. Так я достигал этих целей. Также, друзья, если вы поставили свою какую-то цель, каким образом это все достигается? Конечно, за один день чемпионом в своем деле не станешь. Или вы чемпион, хотите стать успешным в своем деле, возможно, вы там продаете автомобили, хотите быть лучшим продавцом, менеджером. Здесь как я достигал. Вот до соревнований оставалось, например, полгода. У меня были тренировки каждый день, там 5-6 тренировок в неделю. И каждый день я старался понемногу увеличивать нагрузку, чтобы организм привыкал. Вот и так и в своем деле, которое вы ставите цели, нужно каждый день понемногу что-то делать для себя, для своих целей. Делаете одну неделю, вторую, третью. Потом уже организм и ваша привычка будет выработана. Вам уже будет хотеться делать еще больше. Кстати, вот эти трубочки тоже с творогом вкусные, белые. Обалденно. Вот так же само. Во всем надо привычка. Когда привычки нету,
сразу достигнуть вершин очень тяжело. Все должно быть постепенно. Время на это уходит. Кого месяц, кого год, кого 5 лет. Но это все достижимо. Нет недостижимых целей. Главное во всем желание, упорство, дисциплина, настойчивость. У кого есть какие-то цели, можете себе их конкретно прописывать на бумаге и делать такой план достижения своих целей. И отмечать, что вы сделали за день, каждый день на месяц. Расписать дни, что вы сделали, и в каждой рамке, что вы достигли за день, или что вы сделали за день для своей цели. Хоть немножко. Почитали литературу, встретились с людьми, которые мотивируют вас и тому подобное. Все получится. Главное желание. Подписываемся на канал, кто не подписан. Давайте мотивировать друг друга вместе. Друг друга поддерживать. Вместе будет больше результатов, больше мотивации. Но и больше общения. Надо было меньше добавлять. Много сахара добавил в кофе. Плюс трубочки сладкие. Сахара получилось аж 2 ложки, то аж во рту все в сахаре. Вот последняя трубочка осталась. Шоколадом больше понравилось, конечно, чем это бело, это глазурь какой-то. Это прям вообще, такое ощущение, что она вообще очень сладко. Кофеек один выпили. Тебе
стакан как раз в тему. Хватает именно запить. Пишите, друзья, комментарии, кто пробовал такие трубочки, сгущенка, с творогом. Вот творог. И как вам такие трубочки? Кофе еще пару глоточков. Тема. Классная тема. Три стаканчик все съели. Спасибо, друзья. Увидимся.